Hey, okay, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в одну игруху от студии Thunder Horse. Короче, это только демо игры. Ну, игра довольно красиво сделана. Это Flying Son on the Crimson. Демо, да, как вы поняли. Это не полная игра, потом может будет полная, хер его знает. Опции у нас закрыты. Давайте на 70. На 60 музыка. Escape видео. Это full разрешение, да? Да, прикольненько. Так, мне нужно посмотреть, как оно выглядит. В принципе, нормально выглядит, ладно. Так, управление. Кейп и маус. Атаки, повороты, джамп. Хил у нас на Q. Дабл ролл. Двойной переворот. Актион. Хорошо. Ну и сейф. Поехали. Так. Дальность атаки, да, только у нас и зависит. Блин, плохо то, что оно автоматически не убирает прицел. Окей, допустим. Пускай, ладно, будет мышка. Может быть, я буду вам что-то с помощью нее показывать. Так. Ничего не двигается. Он автоматически... Да, захватывает автоматически. И мне это что-то дает? Да, дает. Кристальчики какие-то дают. Так, какой-то меч. Хорошо. Ой-ой-ой, это моя ХП, ничего себе. Да я понял, что это уже атака. Я думаю, что вот это за у нас зелененькие хрени. Ай-ай. Чувствую, я сейчас сдохну. Пец его колбасит. Так, хорошо. Кристаллы у нас автоматически подбираются. Убит. Готов. А, я могу сразу... Да, могу во время прыжка сразу зацепиться. Мне нужен хил. Так, контур. КТРЛ. Это у нас аналог костра, да, как я понял. Только мы не можем прокачиваться. Хотя, подождите. Я действительно не могу... Почему тебя дергает полоска? Это из-за того, что меня чуть не убили, получается. А как мне? Не, он меня заметит. Во, все, он меня заметил.
А, ну короче, это обязательный случай, да, чтобы он меня заметил. Это видео у нас камер слежений. Да, ёлки-палки. О, попадаю. Убиваю. За этими можно прятаться. Хорошо, меня за этими не видят. Ну, не скажу, что меч такой же домашний. Какой смысл туда было прятаться? Так, нужно не забывать эти делать, ворота. Минус, 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 улей. Ну что это за читы, слышь? Мы телепортируемся через какие-то порталы. Топор. РБ. Ну, топор хорошо. И что из этого лучше брать? Так, ящичек с сокровищами. Контур. Нужно предназначить вот это, чтобы по управлению. Потому что контур это не очень удобно на самом-то деле. Так, отлично. Да ладно, я знал, как бы, что можно удерживать и стрелять. Прикиньте. Представили себе? А, там у меня закрыто. Добро. Я понял, что я могу переключаться. О. Битва с боссом? А не. Показалось. Не, я понял, лучше меч. Лучше мне брать меч. Он более у нас удобный и быстрый. Там ухо. Так, мы получили каких-то когти. Получены когти. Я потом, мне кажется, не вернусь обратно, поэтому давайте я быстро сбегаю назад. Туда. Сюда, сюда, сюда. А, я теперь... А, не, могу забраться, все отлично. Могу. Не, руки как бы быстрее атакуют, но... Блин, а у меня два варианта, да, куда идти? Давайте я вернусь обратно. Обратно вернемся. Топор быстрее убивает его. Я, по-моему, заново сейчас будет битва. Так.
4 удара. А, все, я получил. Хорошо. Хорошо, эти, короче, платформы мы просто можем проходить через них. Так, и... А там у нас были перчатки с той стороны. Кристальчики еще непонятно зачем. Скорее всего, в дальнейшем их сюда вот добавят, типа в виде магазина. Возможно. Ладно, ваншотит. Таких... Такие анхери ваншотят. Так, готово. Поехали наверх. Какой-то храм. Ой, я забыл таймер подрубить. Ой-ой-ой. Так, в смысле? Какая-то арена. Я бы взял меч. Нет, топор более лучший. Или меч лучше. Но у меня есть ролл обороты, поэтому это как бы более-менее лучше, мне кажется, вариант. Метальщики какие-то, гномы, тролли. Во-во-во. Почему я ролить не мог? И? В чем дело? Все рушится, все ломается. А, все обрушилось. Так, сохранились. Я хочу сюда сходить. Падаем, падаем, падаем. Если верь... Ой-ой-ой. Увороты, увороты. Вечные роллы. Ой, чуть не зацепил. Если верить трейлеру, должен быть босс. Это не он. А как мне атаковать? Или это было так задумано? Ня. Стоять. А, так я прыгать не нужно. Нужно, короче, подниматься выше. Humble happy. Humble, типа, счастлив. Кикстартер. Короче, кикстартер друзей. Help it помогает фиксить. Типа, улучшать. Yurmada. Yurmada very счастлив. Development. Короче, здесь благодаря то, что, типа, в кикстартере набираются деньги и все такое. Все, да-да-да. Очень большое, очень спасибо вам за это. Бла-бла-бла-бла. Я хочу поиграть. Full версию. Kickstarter.
твиттер и выход с игры. А, все, типа? Спасибо, что играли в The Flix демо. И да, у нас получается кикстартер и выход. Ну, у нас только выход, потому что, как бы так. Да, сейчас черный экран. На этом я сейчас все исправлю. Да, сейчас игру открою. В принципе, демо небольшая, она и весит, как бы не очень так уж много, буду правдив. 67 мегабайт, кажется. Или 48 мегабайт игра весит. Но. Сразу о игре. У нас есть несколько видов оружия уже. Даже на демо-версии. Более красиво сделанный мир. Ну да, так, более-менее. И сразу нам уже показали ездивого питомца. По сути, уже битвы есть, типа арены, все такое. Разновидности врагов у нас есть. Это цветы-плевальщики, цветы-грызуны, или то просто один вид такой. Я не заметил. Гоблины есть, которые метают камни. Есть тролли. Тролли с дубинками. Потом ледяной был челик. Огромный со щитом. А волки были дикие. А летающие какие-то хери непонятные. Но если верить трейлеру, там еще были боссы. Один босс точно был. Похоже было на девку какую-то. Ну, как-то так, буду надеяться, когда выйдет уже полная версия игры. Мы в нее поиграем обязательно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки под... Бля, походу я уже начинаю повторяться, поэтому... Просто всем... Пока.